Здравствуй, Серафима! Здравствуй, моя дорогая! Добро пожаловать ко мне в гости! Я так рад тебя видеть! Весь год я наблюдал за тобой и твоими успехами и очень ждал нашей встречи. Мне не терпится показать тебе свой дом и рассказать, как я готовлюсь к Новому году. Знаешь, где мы с тобой находимся? Это конюшня, где живут и отдыхают мои верные помощники, тройка замечательных, резвых скакунов. Каждый год я запрягаю их в свои сани, и мы вместе развозим новогодние подарки всем детишкам в мире. Серафима, хочешь увидеть секретное место, где я создаю все новогодние подарки? Тогда пойдем со мной. Это моя мастерская новогодних подарков. Здесь я создаю самые разные подарки. Игрушки, куклы, машинки, конструкторы. Серафима, тебе, наверное, интересно узнать, как я успеваю сделать столько подарков? Конечно, я все делаю не один. У меня есть помощница. Моя внучка, Снегурочка. Давай позовем ее. Она так тебе обрадуется. Снегурочка, внученька, спустись ненадолго. У нас гости. Бегу-бегу, дедушка. Я как раз закончила составлять список детишек, которым мы доставим подарки в этом году. Здравствуй, моя дорогая девочка! Как же давно мы не виделись! Я так рада, что ты заглянула к нам в гости. Мы тебя очень ждали. Снегурочка, давай покажем, как устроена работа в нашей мастерской. Конечно, дедушка. У нас здесь столько всего интересного. Внученька, посмотри сюда. Здесь находится мое изобретение – чудо-машина.
Она сама упаковывает подарки в красочные коробки и украшает их разноцветными ленточками и бантиками. Так, кто это у нас тут? Похоже, в Новый год кто-то обретет верного друга. Серафима, ты наверняка хочешь спросить меня, откуда мне известно, какой новогодний подарок мечтает получить каждый ребенок? Сейчас я тебе все покажу. Здесь у меня хранятся специальные карточки. С их помощью дедушка знает все о каждом подарке. Давай найдем твою карточку и вместе посмотрим, какой подарок ты желаешь получить в этот Новый год. Так. Кажется, это она. Чтобы увидеть твой подарок, нужно воспользоваться нашим волшебным устройством. Вот и ты, моя милая девочка. Какая же ты хорошенькая. А вот и твой подарок. Этот подарочек ты хочешь получить на Новый год? Серафима, все твои желания обязательно сбудутся, если быть доброй, послушной девочкой и делать много хороших дел. Как ты думаешь, в этом году ты заслужила свой новогодний подарок? Мы обязательно с тобой это проверим, но чуть позже. А пока давай попрощаемся со Снегурочкой, и я покажу тебе еще одно секретное место в моем доме. До свидания, дорогая моя. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Буду с нетерпением ждать нашей встречи в следующем году. Серафима, мы с тобой находимся в моем кабинете. Это мое любимое место в доме. Здесь я провожу много времени за работой. Среди всех своих дел больше всего я люблю читать письма и рассматривать рисунки, которые присылают мне ребятишки со всего мира.
Ни одно письмо я не оставляю без внимания. Каждое с удовольствием читаю и берегу. Серафима, кажется, среди них должно быть и твое письмо. Смотри, вот оно. Спасибо тебе, моя золотая, что не забываешь про меня. Мне было очень приятно получить твое письмо. Обещай, что напишешь мне и в следующем году. Внученька, посмотри сюда. Это моя волшебная библиотека. Здесь хранятся особенные книги. О каждом ребенке на свете. С помощью этих книг я знаю про все самые важные и интересные события, которые происходят в жизни детишек, про все их успехи и достижения. Серафима, давай я найду твою книгу, и мы вместе ее посмотрим. Так, где же она? А, вот она. Давай скорее заглянем в нее. Какая же ты красивая и добрая девочка. Вижу по твоим глазкам, что ты очень умненькая. Тебе 7 лет. Ты уже совсем большая. Какая замечательная фотография. Она мне очень нравится. Наверное, это был твой самый счастливый день в этом году. Серафима, помнишь, я говорил тебе, что приношу подарки только тем деткам, которые послушно вели себя и делали много хороших дел? Я уже знаю, какой новогодний подарок ты мечтаешь получить. Но чтобы понять, заслужила ты его или нет, я должен проверить, как ты вела себя в этом году. Пойдем со мной, я покажу тебе, как мы это сделаем. Сейчас ты увидишь кое-что интересное. Это мое волшебное устройство. Определитель поведения. Нужно положить в него твою книгу, и оно тут же покажет, сколько хороших и плохих поступков ты совершила в этом году. Ну что, ты готова проверить? Thank you.
видишь эти волшебные шарики? За каждый хороший и добрый поступок ты получаешь зеленый шарик. А за каждую шалость или каприз – красный. Так. Серафима, ты большая молодец. В этом году ты была послушной девочкой и делала много хороших дел. Я очень горжусь тобой. В Новый год я обязательно принесу тебе подарок и оставлю его под елочкой. Ты его действительно заслуживаешь. Дорогая моя, знаешь ли ты, что в твоей жизни есть кто-то, кто очень-очень сильно любит тебя? Это твои мама и папа. Они всегда переживают за тебя и желают тебе только самого лучшего. Береги их, не обижай и не расстраивай. Ведь ты – самое ценное, что есть в их жизни. Моя хорошая, к сожалению, наша встреча подходит к концу. Мне нужно запрягать свои сани и вновь отправляться в путь, чтобы успеть доставить новогодние подарки всем детишкам в мире. Я обязательно загляну и в твой дом. Я оставлю под елочкой твой долгожданный подарок, как и обещал. Серафима, я от всей души поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Желаю тебе крепкого здоровья, чтобы Новый год принес тебе много счастья, радости и улыбок. Пусть будут здоровы и счастливы все твои родные и близкие. Веди себя хорошо и постарайся меньше злиться. Мы обязательно встретимся в следующем году. Я буду присматривать за тобой и очень ждать нашей встречи. До свидания, Серафима! С Новым годом!